Вас на работе еще месяц назад слух прошел, что всех будут ловить. Что всех будут ловить и в спортивные секции записывать. Нам прямо сказали, конечно, физкультура – дело добровольное. Но пока все не запишутся, зарплату никто не получит. Я так просил меня освободить, я же предупреждал. Когда я в этом участвую, ведь только же хуже бывает. Я им сказал, вы вспомните, в позапрошлом году вы меня на водные лыжи поставили. Чтобы они утонули все когда-нибудь. Я эти водные лыжи тогда первый раз в жизни увидел. Вы знаете, как там, веревка, на концах крючки. Один крючок к катеру цепляешь, другой в руках держишь. Я все так сделал, на старт встал, катер как дернул. Крючок из рук вырвался. Рядом, как на грех, стояла наша начальница отдела кадров в японском купальнике. И крючок за купальник зацепился. У меня, кстати, к японцам претензии. Вот они купальники делают, по крепости против нашего катера они ничего не стоят. А ругали потом меня. Я из-за этого третий год подряд в отпуск зимой хожу. Хотя мой катер с купальником вторым к финишу пришел. Ой, первой прибежала начальница отдела кадров. Или я говорю, в том году вы меня в биатлон записали. Хрен редьки, не слаще. Дали лыжи, ружье, сказали, беги, стреляй. Куда? Чего? Главное, говорят, не пропусти противников из районного БХС. Это для нас самые опасные соперники. Я 200 метров на лыжах прошел, около трассы залег. Вспомнить страшно. Лежу, волнуюсь, хватит ли зарядов на всех. Слава богу, я их решил живьем брать. Представляете, я вот все это им честно рассказал, я думал, они меня освободят. А они свое, не бойся, в этом году пойдешь на безопасное соревнование, называется «Охота на лис». Это, говорит, только название грозное, ни охоты, ни ружья. Сидит себе человек в лесу, с передатчиком посылает сигналы, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. А ты в наушниках с антенной по лесу бежишь и ищешь этого, который сигнал посылают. И как ты его найдешь, так зарплату и получишь. А я им сказал, он что там, кассиром работает у вас? Ух, они шум подняли. У нас 200 человек записалось. У нас такого, как ты, еще не было. Меня, между прочим, вот эти 200 человек-то избили. Я подумала, что это столько народу просто так по лесу бегать будут. Какого-то придурка с передатчиком искать. Чего его искать? Он есть захочет, сам домой прибежит. Я подумала, что, может, им льготы пообещали. Я согласился на эту лесу охотиться. И нас в воскресенье привезли за город, надели на меня наушники, антенну. И говорят, ну-ка быстро брюки снимай, чтобы все было по спортивной форме. И я все выполнил. На старт, внимание, марш. И как на грех, я дорогу к лесу решил сократить, я через какую-то деревеньку рванул. Ой, в этой деревне народ какой дикий живет. Ну, до чего дикие собрались, глазеют. Один кричит, кажись, это из соседней Красновки, алкаш. Гляди, штаны пропил, телевизор пропил, теперь антенну из дома на продажу понес. Другие еще хуже кричат, почта приехала, давай комсомолку, гудок давай. Я кричу, я говорю, я не почта, я радио. Я сверху сигналы принимаю. А тут какая-то старушка вылезла и говорит, сынок, узнай наверху, тюль дрожать будет. Я вам даю честное слово, я уже хотел назад поворачивать, и вдруг слышу, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Все, думаю, засек лесу. Сейчас зарплату дадут. И я по лесу бегу, это пи-пи-пи, все ближе. И я подбегаю к какой-то палатке брезентовой. Ну вот, верите, нет, пи-пи-пи, прям рядом совсем. И я туда забегаю, а там мамаша ребенка на горшок сажает. И я стою в трусах, ничего не понимаю. И главное, в этот момент в палатку какой-то тип входит, тоже в трусах, и говорит, ну, милая, я тебя засек.
меня такое зло взяло. Я говорю, извините, я ж первый прибежал. У вас будет второе место. А он говорит, я тебе сейчас дам второе место. Я ее муж. А я говорю, в спорте все равны. И что дальше было, я уже не помню. И когда я очнулся, я уже вон был весь в гипсе. И доктор надо мной говорит, батенька, вам из большого спорта надо уходить. Честное слово, я сразу уйду. Я вот только немножечко ходить научусь и навсегда оттуда уйду.